В субботу в культурно-выставочном центре «Усть-Балык» пройдет выставка «Жилой дом. Интерьер 60-х годов». А любители интерактива смогут посетить игру «Творческий переполох» и «Квиз-музей». А креативный кластер «Наше место» приглашает на вечер настольных игр «Дай Дайс». В воскресенье в 11:00 в Театре кукол и актера «Волшебная флейта» состоится спектакль «Жихарка». А в 13:00 показ «Страшные сказки».